«Купеческий дон». В эфире «Вести. Купеческий дон», студии Инна Панфилова. Здравствуйте. Современный город Ростов-на-Дону состоит из двух городов – Ростов и Нахичевань, которые на 30 лет моложе Ростова. Самостоятельные ранее города оба характеризуются большим количеством купцов, предпринимателей, ремесленников, талантливых поэтов, художников и преподавателей. Купцы считались третьим сословием после дворянства и духовенства. Их сословный статус определяли имущественный ценз. До гильдейской реформы 1775 года деление на гильдии производилось по имущественному принципу. Купцы были обложены единым 40-алтынным подушным окладом и не были обязаны к уплате гильдейской подати, величина которой зависела от принадлежности к той или иной гильдии. Купцы были щедры, практически каждый из них занимался меценатством, благотворительную помощь оказывали в организации выставок, давали возможность получать образование. Их заслугой было то, что уже в начале 19 века гости Нахичевани-на-Дону называли ее «жемчужиной юга», удивительным городом, а также городом необыкновенно деловых людей. Отмечали организованность, красивые улицы, сады и особый колорит. Одним из ярких купцов, имя которого вписано в историю, был Яков Матвеевич Хлычеев. Гласный городской голова, купец начала второй, а затем и первой гильдии, рассказывает заведующая отделом музея русско-армянской дружбы Ростовского областного музея краеведения Маргарита Соколова. Человек, который делал много не только для пополнения собственного капитала, а человек, который своим образом жизни подавал пример. Особое отношение к жене, любовь к дочерям. И вот в знак уважения к своей супруге он учителю своих дочерей, а у него его было очень много, заказал специальную поэму, восхваляющую его жену. А учителем его дочерей был никто иной, как известный поэт, писатель, философ, педагог Рафаэл Подконян. Вот книга была издана в нескольких экземплярах, переплетена, в нее были помещены фотографии супруги, фотографии всех детей. И вот эта книга восхваляла женщину, мать, хозяйку, восхваляла в поэтической форме. Под его опекой находилась в то время и знаменитая женская гимназия, которая предназначалась для неимущих детей. Понимая, что человек, имеющий образование, сможет устроиться в жизни, он помогал детям получать хорошие знания, а в дальнейшем трудоустроиться. Хлычеев относился с особым уважением к грамотным людям. И даже свою внучку Маргариту Шагинян называл всегда мужским «он», потому что в свои 15 девушка уже имела публикации в газетах и зарабатывала свои деньги. И «он» от деда в адрес девушки звучало гордо. Когда мы говорим о Хлычеве, мы сразу вспоминаем это и особая дань памяти, которая была отдана Микаэлу Налбандяну. Это и любовь к родному городу, и установление, организация по установлению памятника императрице Екатерине II. Это забота о том, чтобы любимый город был одним из лучших, прекрасных на земле. Это была программа «Купеческий дон» Вести ФМ.